Осень. Началась осень, соответственно, я поставил себе соответствующую моду. Осень. И сейчас посмотрим, как он выглядит. Болтать не буду, поедем втихаря. О, блин, это ж не Англия. Ну вот, как я так по встречке проехал, даже не штрафанули, а ведь могли сильно уштрафовать. У меня денег нет после покупки гаража. Я в минус. О кредите я не подумал. Не проблема, разрешим. Вот, зато узнал, что бывает, если уйти в минус. Вот что бывает, оказывается.
Надо детализацию слегка поднять. С одной стороны, с другой стороны, подъем детализации увеличит нагрузку на видяху, но эта осень выглядит, конечно, осенней, но слегка в стиле ETS-1, хотя... Я все еще ухожу в минус. Надо было, конечно, все-таки карман небольшой организовать. Главное, когда в реале буду покупать квартиру, так не попасть в такую же ситуацию, чтобы долг приходилось брать. Добро пожаловать в Швейцарию. Что ж она так лагает-то, эта Швейцария? Сейчас, секунду, мне надо перезапустить сборку контейнера. Красота.
скоро уже швейцарско-немецкая граница. Страсбург, соответственно, прямо. Смотрите, как уже освещение вечернее. Хороший все-таки осенний мод. Так, тут 40 ограничений, поэтому я жду, пока мы их тормознем и включаю круиз-контроль. Ну, 41, нормально, все равно хорошо. Так, остается работать передачами.
рядом с госграницами подлагивать начинает всегда чему-то.
пишет. Овердрафт погашен. Уважаемый клиент, хотим вас информировать, что возможность расхода кредитных средств в вашем счете разрешена. Мы будем рады помочь при малейшей необходимости. Желаю вам приятного дня, менеджер по продажам банк. Ну что, погасил. При этом так и не довезя рейс, то есть кто-то за меня там поработал, у меня прибыль, все нормально. Не светофор, не вижу вот за этим вот чуваком. Ё-моё. А, ну он поехал, значит. Чувак. Что ж вы делаете? Впрочем, это моя вина, наверное, ну ладно. Надо было их пропустить. А вон и наша контора, которая ожидает, так сказать, удобрения. Удобрения ожидает. Прибыли. Куда он нас попросит воткнуться? Давай отсюда воткнемся. Отлично. Хорошо, надо взять следующий заказ. Так, кстати говоря, кроме шуток, у меня остается отдыха.
3 часа вряд ли есть что-то похожее. Здесь вообще вряд ли здесь на заказ можно что-то. Какой-то заказ можно взять на 2 часа. Так, сейчас мы по возрастанию расстояния. Тут самое короткое это вот. Так, из Страсбурга. 3 часа. Нет, короче говоря, не то. Я думаю, нужно взять вот что. Нужно просто... давай же, нужно вот сюда вот съездить и на отдых. Да, то есть... я не знаю, что здесь, какая-то контора. Так. И отдыхать придется вот тут. Вообще, я думаю, лучше проехаться вот с этой стороны. Блин. С этой. Ладно. Мы явно укажем, что я хочу вот так проехаться сюда, а потом в гостиницу. Так, погнали. Ну вот, все, кредит погашен. Забавно. Я же хотел верхнее включить. А, блин, нет, он после перезагрузки игрушки каждый раз не включает дополнительное освещение. Нет, надо каждый раз включать отдельно. Ну. Погнали. Потихонечку съездим. Шарик колбасы. Так, на улице температура уже 7 градусов по Цельсию. И смотрите, 19 часов уже потемнеет. Хорошо. Хороший мод, автор, респект. Сейчас, секундочку. И знаете, что хочу? Я хочу ось поднять. Съехали. Гремит с присесть из бордюров как раз по количеству колес. Это здорово. Так, а что-то у меня рассыпалось зеркало, что ли? Что-то непривычно. Не мой гараж, хотя тоже продается по идее. Скания, ну скания у меня уже одна есть. Едем в гостиницу.
отдыхаем. То овердрафт, а то смотрите, как был овердрафт, сейчас уже 30 тысяч за один рейс, да? Два рейса, ну, мы будем считать 50 тысяч, да, соответственно, нужно 4 рейса, 8 рейсов, и можно будет купить ман, тачку. Вот так, состояние гаража, гаражей точнее, да? Лондонский 100%, но это я там, потому что... Да, у него две из самых мощных точек. Итальянский гараж без прибыли пока. Ну и этот как-то не очень, не густо. Будем ждать, пока все эти чуваки прокачаются. Если будет меньше 50%, конечно, придется что-то делать. Ну... Это пока не трогаем, ждем, когда мы можем будет тачку купить. Все. Осень я показал, как выглядит осень.